Без преувеличения можно сказать, что усмирение этой личности и направление ее в нужное русло порой граничит с настоящим героизмом. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Буква «Т» дает человеку настырность. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Человек с этим именем должен чувствовать себя свободным, всегда стремиться к активной жизни, полной приключений, неожиданностей и острых ощущений. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Наилучшее время для завершения или начинания любых сделок, а также для подписания договоров и контрактов для этого имени – это среда и пятница. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.